Омагьяна тимирандасьяк, янанджа нашавакая, чакшарун милитамина, тасмай шри гуравей намаха. Джама вишну падшива бахти бимала вадут махарашки джай, джама вишну падшива бахти судхир гасвами махарашки джай, джама вишну падшива бахти нирмала чари махарашки джай, джама вишну падшива бахти ражнан маткусудун махарашки джай. Джаум Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чаривария, что Трашташи Шимат Бахти Сундр Говинда Девгасвая Махарашки Джая. Джаум Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чаривария, что Трашташи Шимат Бахти Ракшакшидар Девгасвая Махарашки Джая. Бхагаван Шила Бахти Сидан Сарасвати Такур Прабхупада Ки Джая. Джаум Вишнупад Шила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарашки Джая. Джаум Вишнупад Шила Сачитананда Бахтинот Такур Ки Джая. Джаум Вишнупад Шила Джаганатха дас Бабаджи Махарашки джай, Ширупану Гуру Варга ки джай, Намачари Шила Хридас Такур ки джай, Надкоти Вайшнава Вринда ки джай. Шри Читани Сарасват Мадхачари Вринда ки джай, джай, Шипат Виджай Раман Прабу ки джай. Джаум Вишнупад Вишваринем Шила Чебахтидан с вами Прабхупад ки джай, джай, Шигуру Парампара ки джай, джай, Сапарикара Шигуру Гуранга Ганхарва Гиритхариджи ки джай. Джай Шри Гуранга Сундар Махапрабху ки джай. Джай Шри Гирираж Гвардхан ки джай. Джай Шри Нрисимха Дев Прахлад Махараш ки джай. Шри Мати Туласи Махарани Вринда Деви ки джай. Бахты Вринда ки джай. Гитай Гоур Примананда Хари Гоу. Хари Кришна, дорогие преданные, доброе утро. Рады всех видеть на нашей утренней программе. Мы сейчас находимся в Краснодаре или под Краснодаром у наших друзей. Вот, проводим программу. Вчера ездили на какую-то программу, встретить тоже приезжали наши друзья. Вот, немножко засиделись, вернулись поздно. Вот, поэтому сегодня немножко позже начали наше мероприятие. Вот, так или иначе, мы продолжаем свое поступательное движение в мире духовной практики. Вот, мы пели сегодня два баджана Шаранагати, мы сейчас прочитаем переводы этих баджанов. Это мы сейчас поем раздел «Вера в Кришну как защитника», Авашьяра Кшиби Кришна Вишваса Палана. Если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. Харе Кришна. «Кто сможет защитить того, кого ты пожелаешь убить? Все три мира послушны твоей воле. Полубоги, возглавляемые Брамой, твои бесчисленные слуги всегда готовы исполнить твой прекрас. По твоей воле будут оказывать свое благоприятное или неблагоприятное. По твоей воле планеты будут оказывать свое благоприятное или неблагоприятное влияние. Болезнь, горе, смерть и страх приходят по твоей воле. Твое желание всесильно. Горе, смерть и страх приходят по твоей воле, твое желание всесильно. В страхе перед тобой дует ветер, а солнце, луна и все остальные выполняют свои предписанные обязанности. Ты Верховный Господь, Высший Дух, тот, кто превыше всего. Твоя обитель в сердце любящего тебя преданного. Ты вечно чист, все твои желания исполняются сами собой. Тебя зовут Бхакта Ватсала, ибо ты очень привязан к вайшнавам. Ты вечный господин своих любящих преданных. Кому под силу убить того, кого ты желаешь защитить? Ты закон всех законов. Кому под силу убить того, кого ты желаешь защитить? Ты закон всех законов. Харе Кришна, да, мы тоже всех рады видеть. О Господь, твой вечный слуга Бхактивинода склонился к твоим лотосным стопам. О Господин, он твердо верит в то, что ты обязательно защитишь его ото всех опасностей. Предание тебе сняло с меня бремя ложной гордости. Впредь я не стану жить лишь ради собственного благополучия. Все мы живем в этом мире ради собственного благополучия. Самое удивительное, что это как раз и есть корень болезни. О Господь, я уверен в твоей защите, ибо я твоя собственность, как один из твоих телят или коров, которых ты чутко оберегаешь. О Мадов, я вижу, как ты ведешь свои стада на пастбище вдоль берега Ямуны.
Ты зовешь своих коров, мелодично играя на флейте, сражая насмерть демонов, великанов, таких как Акха и Бака. Ты вечно охраняешь покой своих преданных, Огакува Кана. Бесстрашно уверенный в твоей защите, я напьюсь воды из Ямуны. Яд змей Кали отравил воды Ямуны, однако он не подействует на нас. Ты очистишь Ямуны, и совершенное тобой чудо укрепит нашу веру. Ты, кому принадлежат имена Говинды и Гопалы, несомненно, защитишь меня, проглотив лесной пожар. Когда Индра, царь полубогов, начнет заливать землю потоками дождя, ты укротишь его гнев и защитишь нас, подняв могучий холм Говардхана. Когда четырехголовый Брама украдет твоих друзей, пастушков и телят, ты тоже, несомненно, защитишь меня, о Гокула Хари. Теперь Бхактивинода принадлежит Гокуле, твоей святой обители. О Кешева, пожалуйста, огради его своей заботой. Джая Шива Бхактивинода Такурки, джая джая Ши Шаранагати Ки, джая. Так, ну а мы продолжим изучать Бхагавад-гиту, основу основ нашей духовной жизни. Мы сейчас немножко повторим. Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли, как он сидит и как ходит?» Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говоря, что он обладает чистым божественным сознанием». Дандавата всем преданным. Харе Кришна. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Не слишком радуется, не слишком огорчается. Даже всегда помнить, что все в этом мире приходящее. Приходят страдания в свой черед, приходят радости в свой черед. Но если мы воспринимаем это как некие события этого мира, то мы можно сказать, что мы обладаем совершенным знанием. Ядасам харати чаям кормо нганива сарвашаха индрияни индриярхибьяс тасья праджна пратиштхита. Яда, когда сам харати втягивает ча и ям он курма черепаха ангани конечности ива как сарвашага вместе, индрияни чувства, индрия артебья от объектов чувственного восприятия, тасья его, праджна сознание, пратиштхи твердо. Тот, кто подобно черепахе, втягивающий голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. Тот, кто подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. Совершенного йога, преданного или осознавшего себя душу, можно определить по способности владеть чувствами. Такой человек, в отличие от подавляющего большинства людей в этом мире, не является рабом чувств и не идет у них на поводу. Такой человек, в отличие от подавляющего большинства людей в этом мире, не является рабом чувств и не идет у них на поводу. То есть мы должны понять, что таких преданных, ну, которые научились или которые вообще владеют своими чувствами, их очень немного.
И в противоположность этому большинство, категорическое большинство людей, оно зациклено на каких-то материальных наслаждениях. У каждого свои чувства, и каждое чувство, они привлекаются определенными объектами. И, соответственно, люди в этом мире очень в разнообразных иллюзиях пребывают. И все это различные проявления одной и той же болезни. Поэтому мы, как тем, кому посчастливилось встретиться с гуру, со священными писаниями, мы должны всячески сами практиковать эту духовную жизнь и пытаться помогать другим людям. То есть не бороться с людьми, а именно пытаться помочь им, потому что мы должны понять, что болезнь одна и та же у всех на самом деле, но просто ее проявления, они безграничны. Так Кришна отвечает на вопрос о том, как ведет себя истинный йог. Чувства сравнивают с ядовитыми змеями. Они стремятся действовать свободно, без каких-либо ограничений. Поэтому йог или преданный, подобно укротителю змей, должен обладать огромным могуществом, чтобы держать чувство повиновения. Поэтому йог или преданный, подобно укротителю змей, должен обладать огромным могуществом, чтобы держать чувство в повиновении. В шастрах дается много различных предписаний, указывающих, что следует делать и чего необходимо избегать. До тех пор, пока человек не научится следовать этим предписаниям, ограничивающим чувственное удовольствие, он не сможет обрести сознание Кришны. В связи с этим приводится замечательный пример с черепахой. Черепаха в любой момент может спрятать конечности под панцирь, а потом, когда нужно, снова выпустит их. Так и человек, развившийся в сознании Кришны, использует свои чувства только для того, чтобы служить Господу, и отводит их от объектов чувств. Здесь Кришна велит Арджуне использовать свои чувства для служения Господу, а не для собственного наслаждения. Чувства, занятые служением Господу, подобны конечностям черепахи, которых она держит в панцире. Пишут, классный проект, случайно в ТикТок встретила. Это, наверное, наш проект. Да. А сколько там, два этих? Там уже больше, там 3-4 видео. Да. В ТикТоке? Да. Я еще там не зарегистрирован. Успеешь. 50-я семья в ТикТок. А? 50-я семья в ТикТок. Рекшн. Вишаяни вартанте нирахарасья дрихина расаварджам расопиясья парамдриштвани вартате. Вишая – объекты, доставляющие чувственное наслаждение. Вине вартанте – отвергаются. Нирахарасья – следующего запретом и ограничением. Дрихина – находящегося в теле. Расаварджам – когда вкус утрачен. Раса – наслаждение, апи – хотя, ася – его, парам – то, что намного выше, дриштва – восприняв, нивартанте – прекращается. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Но даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. То есть мы должны вот этот момент понять, что проблема в том, что нет духовного вкуса. И поэтому мы можем воздерживаться, можем ограничивать свои чувства всячески, но они все равно будут стремиться наслаждаться. И только познав высший вкус, душа ради этого высшего вкуса, она оставляет низший вкус, потому что в какой-то момент она понимает, что ради того, чтобы испытывать высший вкус, она по-любому должна оставить низшие вкусы, по-любому должна оставить низшее удовлетворение. Так как
низшие удовлетворения, они требуют затраты энергии и сил. И, соответственно, когда силы тратятся на низшее удовлетворение, силы испытывать высшее удовлетворение уже нет. Поэтому это очень разумно, очень здраво думать как о том, что освободив место для энергии, для того, чтобы... То есть, когда мы прекращаем наслаждаться какими-то временными иллюзорными иллюзиями этого мира, ну, на все нужна энергия, на все, абсолютно все. Что бы мы делали, мы должны тратить энергию. И если мы энергию тратим на низменные вещи, соответственно, и у нас не остается энергии для того, чтобы испытывать высший вкус. Поэтому, познав высший вкус, душа, она... Таким образом постепенно учится, каким образом избегать более низшего вкуса и испытывать высшее наслаждение. До тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. До тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Предписание шастр, ограничивающее эти удовольствия, можно сравнить с диетой, налагающие ограничения на употребление тех или иных продуктов. Однако нельзя сказать, что больному нравятся подобные ограничения, или что у него пропадает вкус к запрещенным блюдам. Подобно этому, людям, лишенным высшего знания, шастры предписывают ограничивать деятельность своих чувств с помощью духовной практики, такой как аштанга-йога, состоящей из ямы, ниямы, асан, пранаямы, пратьяхары, дхарны, дьяны и самадхи. Но тот, кто, развивая в себе сознание Кришны, познал красоту Верховного Господа, утрачивает всякий интерес к безжизненным материальным объектам. Таким образом, предписания шастр предназначены для не очень разумных людей, стоящих в начале духовного пути. Таким образом, предписания шастр предназначены для не очень разумных людей, стоящих в начале духовного пути. Они нужны лишь до тех пор, пока человек не почувствует истинный вкус сознания Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны, естественным образом теряет вкус к пустым мирским удовольствиям. У нас такая есть одна из проблем на нашем духовном пути, что когда мы встаем и узнаем обо всех этих вещах, нам в первую очередь хочется сказать: покайтесь, грешники, достать шашки, начать всех лечить, всех воспитывать, перевоспитывать. Вот. Но мы должны понять, что это очень примитивный уровень восприятия, что это очень начальный уровень восприятия. Поэтому мы должны в первую очередь понять, что каяться нужно не заставлять людей каяться, а нужно начать самим каяться, потому что все грехи, они внутри нас находятся. И то, что происходит сейчас вовне, мы видим, и если мы начнем бороться с этим совсем, это все передастся нам, и мы рано или поздно тоже такими же станем грешниками. Поэтому мы должны все эти вещи очень понимать, и только общение, только служение, только именно подлинное направление и высший вкус позволят нам идти, продвигаться по этому пути, но никак не война и попытка изменить этот мир. Этот мир, он такой, какой есть, он очень греховный, очень низменный, и мы должны понять, что мы часть этого мира, мы вращаемся в этом мире, и мы то одной болезнью заражены, то другой болезнью, то нам это нравится делать, то это не нравится делать. Но нужно понять, что все это болезнь. Даже самое благочестивое действие – это тоже некая болезнь этого материального мира. Ятатохи апикунтия пурушасья випашчитага индрияни параматхини харанти Прасабхам Манаха, Ятатаха, прилагающего усилия, Хи, безусловно, Апи, однако, Каунтия, о сын Кунти, Пурушася, человека, Випасчитаха, обладающего знанием, Индриани, чувства, Прамартхини, возбужденные, Харанти, увлекают, Прасабхам, силой, Манаха, ум. Чувства так могущественны и напористы у Арджуны, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать его. Чувства так могущественны и напористы у Арджуны, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их.
Многие мудрецы, философы и йоги пытаются обуздать чувства, но несмотря на все усилия, даже величайшие из них, иногда потеряв контроль над умом, становятся жертвой чувств и прельщаются мирскими удовольствиями. Так Вишвамитра, великий мудрец, достигший совершенства йог-мистик, был соблазнен Менакой, знаменитой райской танцовщицей, хотя и пытался подчинить себе чувства, предаваясь медитации и суровой аскезе. История знает немало примеров подобного рода. Очевидно, что тому, кто не обладает сознанием Кришны, чрезвычайно трудно совладать с умом и чувствами. Если ум не сосредоточен на Кришне, его невозможно удержать от материальных мыслей. Если ум не сосредоточен на Кришне, его невозможно удержать от материальных мыслей. Это подтверждает Шьямуна Чария, великий святой и преданный Господа. Яд Авадхимам Читаха Кришна Падравинде Наванава Расадхамани Удьяттам Рантумасид Татавадхи Батанари Сангаме Смараямане Бавати Мукха Викараха Суштху Ништхиванам Ча. С тех пор, как мой ум погрузился в служение лотосным стопам Господа Кришны, я испытываю все возрастающую духовную радость, и при одной мысли о близости с женщиной мое лицо искажается, и в отвращении я сплевываю. Так вот. С тех пор, как мой ум погрузился в служение лотосным стопам Господа Кришны, я испытываю все возрастающую духовную радость. И при одной мысли о близости с женщиной мое лицо искажается в отвращении, и я сплевываю. Сознание Кришны приносит такую огромную духовную радость, что по сравнению с ней мирские удовольствия кажутся безвкусными и даже противными. Человек, обладающий сознанием Кришны, подобен тому, кто утолил голод, съев много вкусной и питательной пищи. Махараджа Амбариша одержал верх над великим йогом Дурвасой Муни просто потому, что ум царя был поглощен сознанием Кришны. Саваи Манаха Кришна Падаравинда Эрвачамси Вайкунха Гунана Варнани. Парам Дриштвани Вартате. Как только придет высший вкус, все низшие вкусы уйдут. Но мы должны понять, что это произойдет исключительно по милости Господа. Пока мы осуждаем этот мир, пока мы критикуем других людей, то до тех пор в нас самих будут жить разные пороки, и мы вынуждены будем вращаться в этом материальном мире. Поэтому мы должны быть очень внимательными к тому, что делаем, как общаемся с другими людьми, особенно с другими преданными. Должны со страданием и сочувствием относиться ко всем живым существам. Если мы не будем сострадательны и пытаться доказать справедливость какую-то, то нужно понять, что тогда с нами тоже будут поступать по справедливости. Но мы пришли в эту линию для того, чтобы попытаться обрести милость. Милость, она достойна, может обрести только тот, кто понял свою собственную никчемность, незначительность и греховность. Поэтому мы всегда всем напоминаем, что мы должны в первую очередь работать над своими негативными качествами, пытаться очиститься, всячески воспевать святое имя, общаться с преданными, изучать священное писание, соблюдать различные правила, не отчаиваться, когда мы падаем, продолжать идти дальше. Все должно быть направлено исключительно на нас самих себя. И мы должны милостиво, если у нас есть силы, помогать другим живым существам, которые нас окружают, близким. Всем очень тяжело. Мы сейчас читали, что только единицы из живых существ вообще способны контролировать свой ум. И для этого прилагаются огромные усилия, и должны живые существа обладать огромным могуществом. Поэтому мы в первую очередь должны следовать наставлением наших святых. Допустим, Иисус Христос, Он говорил: не судите, да не судимы будете. Потому что как только мы начинаем осуждать кого-то за что-то, мы постепенно сами скатываемся на этот уровень, сами становимся такими. И мы даже не понимаем, как это произошло. Так, и мы сейчас еще раз прочитаем. Когда подобно черепахе, которая втягивает в панцирь свои конечности, йог отстраняет чувства от их объектов, его можно считать утвердившимся в мире духа. Воплощенная в теле душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, следуя практике самообуздания.
но вкус к ним сохраняется. Однако, познав высшие духовные переживания, она избавляется от самой склонности к наслаждению материи. Однако, познав возвышенные духовные переживания, она избавляется от самой склонности, склонность к наслаждению материи. То есть она, склонность проявляется очень по-разному. Разные живые существа имеют очень-очень разные склонности. Сын Кунти, чувства настолько неистово, что могут насильно владеть даже умом человека, стремящегося к освобождению. Поэтому обуздай чувства, предавшись мне и заняв их в духовной практике. Лишь тот, кто одержал победу над собой, может считаться утвердившимся в духовном сознании. Лишь тот, кто одержал победу над собой, может считаться утвердившимся в духовном сознании. Джай, Шримад Бхагавад Гита Ки, джай. Дандаваты всем преданные, да. Ну, мы еще немножко почитаем. Читание Чаритамриту. Так. Слушай, а можешь вот первый там дать? Антилива. Анти. Зелеными буквами где написано. Антилива, первый, том первый, да? Да. Джая джая ши читанья джая нитьянанда. Джая двайта чандра джая гоура бхакта вринда. Ну, мы читали все эти дни сокровенные стихи, которые поэзии Рупы Госвами, прославляющие Шримати Радхарани, преданных Господа. Райка хитомара кавитва мриттирадхара двитя натакера каха нандивьявахара. Выслушав эти стихи, прочитанные Рупой Госвами, Шрила Рамананда Рай сказал: «Твои стихи – это нескончаемый поток нектара. Пожалуйста, позволь мне услышать вступление ко второй пьесе». Рупа кахи кахантуми сурьяпама баса муниконг шудраена Адиотта Пракаша. Шрила Рупа Госвами ответил: «В твоем присутствии я кажусь себе ничтожным светлячком в лучах яркого солнца». Томараге тхариште эй мукхавьядана это бали нандишлока карева вьякхяна. Для меня даже открыть рот в твоем присутствии – это дерзость. Сказав это, он продекламировал вступительный стих к Лалита Мадаве. Сурарипу судришам уроджакокан мукакамалане чакхидаян акхандаха чирамакхила сухричо чакора нанди дишатто мукунда яша шаши мудаваха. Прекрасная, как свет луны, слава Мукунды терзает подобные лотосам лица жен демонов, и их высокие груди подобны блестящим. Прекрасная, как свет луны, слава Мукунды терзает подобные лотосам лица жен демонов, и их высокие груди подобны блестящим на солнце чакравакам. Но его слава доставляет радость всем его преданным, подобным птицам птица Чакора. Пусть же всем вам вечно приносит счастье его слава. Это первый стих первого акта Лалита Мадава. Витянанди кахадекхи рая пучила санкача панарупа падите вагила. Когда Шрила Рамананда Рай попросил Шрилу Рупу Госвами прочесть второй вступительный стих, тот помедлил, сомневаясь, стоит ли это делать, но потом все же прочел его. Ниджа пранаиттам судхам удаям апнуван яхшитау кирати алам урикриттам двиджа куладхи раджа ситтихи саунчита тамас платир мама шачису так я шаши
Ваши Критта Джаган Манаха Кимапи Шарма Вьянясьяту. Подобно Луне, Верховный Господь, ставший сыном матушки Шачи, ныне явился на земле, чтобы распространить возвышенную любовь к самому себе. Он предводитель сословия браманов. Он способен рассеять тьму невежества и завладеть умами всех живущих в этом мире. Пусть же эта восходящая луна Господа Читания принесет нам счастье и удачу. Это третий стих первого акта Лалита Мадава. Шунья прабхураяди антаре уласа бахире кахена кишу каре рошабхаса. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху очень понравился этот стих, он с видимым неудовольствием отозвался о нем. Канха томара Кришна раса кави судха синху тарамадхе митхе кена стуттикшара бинду. Твоя высокая поэзия, описывающая расы развлечения Господа Кришны, подобно океану нектара. Так зачем же ты поместил туда эту лживую молитву мне? Она подобна капле отвратительной на вкус щелочи. Харе Кришна. Господь Читания показывает пример, как должен вести себя преданный, что преданный сосредоточен исключительно на том, чтобы прославлять Господа. И если кто-то прославляет его, преданный не должен. Не должен слушать такие прославления. Так, ну на этом мы, наверное, закончим сейчас. Вопросы есть какие-то? Все понятно? Харихарая нама Кришна, я давая намаха. Харихарая нама Кришна, я давая намаха. Я давая мадхавая кешавая намаха. Я давая мадхавая кешавая намаха. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Бахти Сундар Говинда Девгасвая Махарашки Джай Джай Вишнупад Парамахамса Париврадзи Качари Варя Штатрашташи Шримад Бахти Ракшакшитар Девгасвая Махарашки Джай Бхагаван Шрила Бахти Сидан Сарасвати Такур Прабхупада Ки Джай Джай Вишнупад Шрила Гаур Кишор Дас Бабджи Махарашки Джай Джай Вишнупад Шрила Сачитананда Бахтинот Такур Ки Джай Джай Вишнупад Шрила Джиганатха Дас Бабджи Махарашки Джай Ширу Пану Гуру Варга Ки Джай Намачарья Шрила Харидас Такур Ки Джай Натукоти Вайшнава Ринда Ки Джай
Ши Бхадев Видьякушана Киджай, Ши Вайшванатха Чакравати Киджай, Ши Народтам Ши Мананда Ши Невасачари Прабху Киджай, Ши Вриндаван Дас Такур Киджай, Ши Кришнадас Кавираджа Киджай, Садга с вами Вриндавана Киджай, Сапаршада Ши Нитянда Прабху Киджай, Сапаршада Ши Манмаха Прабху Киджай, Джая Ши Ши Рада Кришна Гопи Гопинат, Ши Яма Кунда Рада Кунда Гири Гавардхана Киджай, Шутха Бхакти Вигдамина Шешин Рисим Хадев Киджай, Бхахта Прабара Прахада Махарадж Киджай, Тулуси Махарани Киджай, Ганга Ямунжа Киджай, Гранта Раджа Шимат Бхагаватам Читани Чаритамрита Киджай, Вишвайшнава Раджа Сабха Киджай, Ши Читания Сарасват Мат Киджай, Шидам Майпур Киджай, Шидам Навадвип Киджай, Бриндаван Пурушоттан Дхам Киджай, Бхадева Субхадра Джаганатха Жа Киджай, Смайетто Вайшнава Мандала Киджай, Смайетто Бхахта Вринда Киджай, Харинам Самкирт Джава Вишнупад Шила Бахти Бимала Вадут Махарадж Киджай, Джава Вишнупад Шила Бахти Судхир Гасвами Махарадж Киджай, Джава Вишнупад Шила Бахти Нирмала Чарья Махарадж Киджай, Джава Вишнупад Шила Бахти Раджна Матхусудан Махарадж Киджай, Ши Читания Сарасват Матхачарья Вринда Киджай, Джая Ши Пад Виджараман Прабу Киджай, Джая Шила Бахти Амрит Махавир Махарадж Киджай, Джая Ши Пад Бахти Ашрай Данди Махарадж Киджай, Ши Мати Бахти Лалита Деви Киджай, Джаму Вишнупад Вишварением Шила Чебахтидан с вами Прабхупад Киджай, Джай Ши Гуру Парампара Киджай, Джай всем преданным Киджай, Нитай Гоур, Примананды, Хари Бол. Харе Кришна, дорогие преданные, на этом наша утренняя программа закончена. Все наши поклоны, дандаваты, удачного духовного дня. Не забываем, сегодня у нас воскресенье, 12:30, зум-каст со Шила Авадутом Махараджем, надеемся, он произойдет сегодня. Вот поэтому встретимся, наверное, с кем-то в этом касте. Всем наши поклоны, дандаваты. Харе Кришна. Джай Гурудев. Джай Сатарикара Шри Гуру Гауранга.